Густые клубы дыма накрыли Крымский мост. Тревоженные очевидцы стали публиковать снимки с завесой, которую было видно в районе автоподхода, включая территорию возле крепости Керчь. Разные версии случившегося от местных жителей: ДТП, сожженная трава, атака со стороны Украины, развеяли местные власти. Глава Крыма поспешил успокоить гражданских: это просто дым, который пустили на месте военных учений. На видео попал специальный транспорт для постановки дымовой завесы. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет, сообщил Сергей Аксенов. Ситуация на месте контролируется представителями силовых структур.